плечи слева! Накра! У! Командующий парадом въезжает на площадь и принимает доклад о готовности войск Читинского гарнизона к проведению парада. Войска Читинского гарнизона для парада во знаменование 70-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне построены. Командующий парадом генерал-майор Поплавский. Начинается торжественный объезд и приветствие парадных расчетов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи офицеры! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи летчики! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи мотострелки! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи танкисты! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи связисты! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи артиллеристы! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи зенитчики! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Ура! Ура!
Здравствуйте, товарищи автомобилисты! Здравствуйте, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи пограничники! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи спасатели! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Здравствуйте, товарищи суворовцы! Здравия желаю, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 70-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! 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 Солдаты и сержанты, старшины и прапорщики, офицеры и генералы, труженики тыла, дорогие ветераны Великой Отечественной войны, уважаемые забайкальцы, 70 лет назад, 9 мая 1945 года, завершилась самая кровавая война в истории нашего Отечества. Наш народ и его воины ввели
войну справедливую, священную, подлинную отечественную. Они защищали в первую очередь свободу и независимость своей Родины. Всемерно содействовали спасению мировой цивилизации от опасности фашистского порабощения. В борьбе против фашистской агрессии советские воины показали непревзойденную боевую мощь, превосходство военного искусства. Боевые успехи наших войск стали возможными благодаря единству армии и всего народа, морально-боевой стойкости советских воинов, их массовому героизму, мужеству и отваге. И основой этих качеств составили беззаветную любовь воинов к своей родине, лютая ненависть к фашистским захватчикам, верность патриотическому долгу, уверенность в победе, утверждение в сознании каждого воина незыблемости лозунга «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами». Дорогие ветераны, выражая слова глубокой благодарности вам, выжившим и выстоявшим в годы сурового лихолетия, и низко склоняя голову перед теми, кто навечно остался в солдатском строю, вечная им память и слава. В годы войны самоотверженно боролись в тылу врага партизаны и участники подполья, объединенные единым порывом «все для фронта, все для победы». Беспримерный подвиг совершили находящиеся в тылу миллионы наших соотечественников, которые своим героическим трудом вместе с воинами Красной Армии и флота ковали победу над врагом. Выдающуюся роль достижения победы над врагом сыграло и наше родное Забайкалье. В суровые годы в нашем крае были сформированы, обучены и отправлены на фронт воинские формирования, проявившие исключительный героизм и стойкость на полях сражений с фашистскими захватчиками. Сотни тысяч воинов-забайкальцев награждены орденами и медалями. Уважаемые ветераны, сегодня, день 70-й годовщины Великой Победы, вы можете по праву гордиться своими сыновьями и внуками, теми, кто сегодня с оружием в руках бережет мир и покой нашей страны, достойно продолжает славные боевые традиции. Наши воины были, есть и будут надежной опорой России. Чем дальше в потоке времени отстают от нас суровые годы, тяжелые испытания, тем более значительными и осмысленным предстоит перед нами подвиг народа, одержавший великую победу. Слава народу победителю! С праздником вас! С днем Великой Победы! Ура, товарищи! Маршу! Одного линейного дистанции.
Это прямо! Остальные направо! На пли! Чё? Равнение направо! Шагом! Марш! Парад, расчет барабанщиц хинганской бригады управления. Они задают темп и ритм движению парадных расчетов. Возглавляет парадный расчет старший лейтенант Екатерина Золотухина. По площади проносят государственный флаг Российской Федерации, точную копию Знамени Победы и Знамя Вооруженных Сил. Стандарты фронтов Великой Отечественной войны, на которых ковалась победа. Украинский, белорусский, забайкальский и другие. Личный состав одет в историческую форму времен войны. Именно в такой форме наши деды и прадеды несли по Красной площади Москвы подлинные штандарты фронтов. Парадный расчет представляет рода войск времен Великой Отечественной войны в военной форме образца 1943 года. В парадном расчете три взвода. Летчики, сталинские соколы, сумевшие достичь превосходства в воздухе над противником. Пехотинцы, род войска, определивший победу во всех основных сражениях той жестокой войны. И моряки, наша гордость и мощь, чьи подвиги в годы войны становились символом победы и свободы. Проходит рота почетного караула. Военнослужащие роты принимают активное участие во всех торжественных мероприятиях города и края, нося свой вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. Трибуны проходят офицеры управления 29-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Возглавляет парадный расчет полковник Петр Лихончан. Под руководством военнослужащих управления армии проведены десятки штабных тренировок и командно-штабных учений, результаты которых оцениваются на «хорошо» и «отлично». Шаг по площади проходят офицеры 212-го окружного учебного центра. Возглавляет расчет начальник окружного учебного центра полковник Андрей Сирицкий. История соединения берет свое начало в 1918 году. На площадь вступают военнослужащие, авиаторы, офицеры объединения ВВС и ПВО, проходящие службу в Забайкалье. У них на вооружении находятся истребители поколения 4, Су-30СМ, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-8 и Ми-24. Это новейшая боевая техника, требует от военнослужащих прочных навыков и точных действий. По
площади проходят расчеты окружного учебного центра Восточного военного округа. В одной из них проходил службу герой России, старший сержант Игорь Молдованов. Он погиб при выполнении боевой задачи на территории Северного Кавказа, прикрывая отход своих товарищей огнем из боевой машины. В настоящее время роты остаются боевыми единицами в составе учебных полков, где готовят младших специалистов мотострелковых, танковых и артиллерийских войск. Проходят военнослужащие Хинганской бригады управления, которой командует полковник Михаил Ковылин. В годы войны в суровых условиях Забайкалья в бригаде готовились высококвалифицированные специалисты связи. На фронты Великой Отечественной было отправлено свыше 2000 человек. В 1945 году связисты принимали участие в разгроме японских войск в Маньчжурии, штурмовали Большой Хингальский хребет. На площадь вступает парадный расчет специальной связи. Офицеры этого подразделения выполняют важнейшие государственные задачи, неся круглосуточные дежурства и обеспечивая четкое выполнение поставленных руководством задач. На центральной площади Читы парадный расчет артиллерийской бригады. Командир бригады полковник Дмитрий Кондысюк. Трижды за свою историю бригада была награждена переходящим красным знаменем Военного совета Забайкальского военного округа. На площади парадный расчет ордена Кутузова второй степени зенитно-ракетного соединения, которым командует полковник Алексей Ковынев. Зенитно-ракетная бригада по праву считается лучшей в округе среди соединений войск противовоздушной обороны. На площади Читы парадный расчет бригады материально-технического обеспечения. Возглавляет его командир бригады полковник Геннадий Данильченко. Военнослужащие бригады тыла обеспечивают доставку грузов для нужд соединений и воинских частей, выполняют ответственные задания по перевозке боеприпасов, проявляя мужество и высокий профессионализм. На площадь вступают представители пограничного управления Забайкальского края. Возглавляет парадный расчет полковник Олег Милюков. Забайкальские воины-пограничники обеспечивают охрану самого протяженного участка государственной границы России. В разные годы 15 забайкальским пограничникам за мужество и героизм присвоено звание Герой Советского Союза. Стройными рядами проходит парадный расчет управления Министерства внутренних дел по Забайкальскому краю. Его сотрудники обеспечивают поддержание правопорядка и законности на территории всего Забайкалья. На площадь вступает парадный расчет управления Федеральной службы исполнения наказаний по Забайкальскому краю. Возглавляет парадный расчет полковник внутренней службы Анатолий Калмыков. Это настоящие профессионалы своего дела. Они не только с честью выполняют свой служебный долг, но и помогают людям обрести уверенность в себе и желание построить лучшее будущее. На площади краевой столицы представители Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Забайкальскому краю. Возглавляет парадный расчет полковник Сергей Верхотуров. На площади парадный расчет военнослужащих женщин.
Их шаг придает торжественному шествию особое праздничное настроение. В годы войны тысячи женщин, связисты, медсестры, летчицы отдавали свои жизни за Родину. И сегодня они несут службу наравне с военнослужащими мужчинами. Мимо трибуны проходят суворовцы Читинского суворовского военного училища Министерства внутренних дел Российской Федерации. Парадный расчет возглавляет начальник курса подполковник внутренней службы Вадим Эмиров. Училище является единственным учебным заведением своего профиля в регионах Сибири и Дальнего Востока. Победы продолжается. На центральную площадь краевой столицы вступает механизированная колонна боевой и специализированной военной техники. В этом году она состоит из двух частей – современной и исторической. Современную часть механизированной колонны возглавляет символ победы – легендарный танк Т-34. Управляет боевой машиной лучший инструктор по вождению 212-го окружного учебного центра старший прапорщик Николай Груздев. По площади проезжает самоходная артиллерийская установка Су-100. Это одно из лучших самоходных артиллерийских орудий Великой Отечественной. На борту артиллерийской установки надпись «Боевая подруга». На такой машине воевала герой Советского Союза механик, водитель гвардии сержант Мария Октябрьская, навечно зачисленная в списке личного состава артиллерийской бригады 29-й армии. На площади бронетранспортеры БТР-80. На базе этой техники сегодня разработано более 40 машин различных модификаций с разнообразной боевой направленностью. Бронетранспортеры используют разведчики, военные, медики, связисты, подразделения специального назначения. Мы
На площади боевая машина пехоты БМП-2. Эта машина в строю уже более 30 лет. Ее вооружение составляют автоматическая пушка, противотанковый ракетный комплекс и танковый пулемет. БМП-2 применяется мотострелковыми подразделениями в различных условиях местности, как в равнинной, так и в горах. Боевая машина повышает мобильность пехоты и служит надежной защитой на поле боя. Танк Т-72 на площади. Он и сегодня остается самым популярным танком, доказав свою надежность во многих горячих точках земного шара. Его актуальность и уникальность подтверждена и тем, что международные соревнования по танковому биатлону проводятся именно на этих машинах. Воины-танкисты Забайкалья, участвуя в них, с честью прославляют Россию и наше Забайкалье. На центральной площади краевой столицы гаубица «МСТА-Б», буксируемая уже легендарным КАМАЗом. Гаубица способна поражать цели на удалении порядка 20 километров до 7 выстрелов в минуту. Используется сухопутными войсками и береговыми войсками военно-морского флота России. На площади Читы противотанковый ракетный комплекс «Штурм-С». Он способен поражать бронированную технику противника на скорости до 80 км в час, а также воздушные цели на высоте до 3000 метров. Ракета, выпущенная из ракетного комплекса «Штурм-С», летит в цели быстрее звука. Ракетный комплекс «Стрела-10» на площади Читы. Комплекс предназначен для уничтожения воздушных целей на малых высотах. Способен передвигаться по труднопроходимой местности, болотам, снежной целине, пустыне. Комплекс обладает хорошей маневренностью и плавностью хода, что увеличивает точность стрельбы и долговечность пусковой установки. На центральной площади краевой столицы самоходная огневая установка «Зенитно-ракетный комплекс «Бук». Комплекс способен одновременно обстреливать до 18 целей. Вероятность поражения истребителя противника близка к 100%. Зенитно-ракетный комплекс «Бук» поражает не только летательные аппараты, но и надводные цели и крылатые ракеты. Впервые в параде в Чите принимает участие два зенитно-ракетных комплекса С-300. Это современное высокоточное оружие, которое стоит на вооружении войсках противовоздушной обороны и обеспечивает защиту мирного неба. Закрывают прохождение механизированной колонны три автомобиля «Тигр». Эти современные маневренные машины стоят на вооружении разведывательных и специальных подразделений вооруженных сил и Министерства внутренних дел России. А теперь на центральную площадь Читы вступает военная техника, которая в годы войны помогала побеждать. Немногие образцы вооружения и военной техники остались целы спустя 70 лет. Как и люди, тысячи машин остались на поле боя. На легендарных полуторках ЗИС-5 и ГАЗ-АА осуществлялся подвоз продовольствия в блокадный Ленинград и боеприпасов на огневые позиции. От
шипы ГАЗ-67 и «Виллис» использовались во время войны как штабные машины и тягачи для легких артиллерийских орудий. Они славились своей неприхотливостью и простотой в обслуживании. Завершают историческую часть механизированной колонны мотоциклы ИМЗ-М72, которые использовались как средство передвижения фельдъегерей. Это они днем и ночью в любой обстановке доставляли приказы и распоряжения на передовую. Победы, потому что в ней находят отклик чувства миллионов людей, чувство благодарности, патриотизма, святой веры, нежности и гордости. На площади показательное выступление сводного военного оркестра Читинского гарнизона. Руководит сводным оркестром военный дирижер гарнизона капитан Денис Сазонов.
оружием демонстрирует военнослужащие роты почетного караула штаба 29-й армии. Мероприятия становятся особенно зрелищными и торжественными, если в них принимает участие рота почетного караула. Военного парада сводный военный оркестр Читинского гарнизона.
центральную площадь краевого центра вступает парадный расчет поста номер 1. Возглавляет его гвардии подполковник запаса Вячеслав Макаров. В этом году 30 почетных караулов участвуют в движении «Юные патриоты России». И это символично. Ведь посту номер 1 8 мая исполнилось 30 лет несения вахты памяти о вечного огня на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев. В торжественном прохождении по центральной площади Читы участвуют забайкальские казаки. С 1943 года в составе 8-й дальневосточной кавалерийской дивизии принимали забайкальские казаки участие в Великой Отечественной войне. Годы возрождения казачества показали, что это не спонтанный всплеск исторической памяти, а пробуждение самосознания потомков казачьего народа. И казачество все громче заявляет о своей выдающейся роли в собирании российского государства. Сегодня в шествии участвуют кадеты и воспитанники Забайкальского казачьего кадетского корпуса города Читы, казачьей кадетской школы села Знаменка Нерчинского района, школ села Смоленко Читинского района, школы номер 16 города Читы и краевой детской санаторной школы города Читы. На центральную площадь Читы вступает колонна бессмертного полка. Бессмертный полк. Это всероссийская акция, в которой участвуют сотни малых и больших городов во всей стране. Впервые она прошла 9 мая 2013 года в городе Томске, собрав тогда более 5000 человек. В этом году те, кто приняли смертный бой, стали просто землей, травой. Только грозная дорога памяти на родных и близких, поселилась в сердцах за родину, живых. На фронтах, этот вечный огонь нам завещан одним, мы в груди. Ранее. Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей знаю. Потемнят 25. Трудный путь пришлось пройти. Наши земляки сражались практически на всех фронтах Великой Отечественной войны. Принимали участие во всех ее крупнейших сражениях. От обороны Москвы до штурма Берлина. Более 50 тысяч забайкальцев погибли на полях сражений. Этот взгляд сидит на лучшую силу. Слава героям, лейтенантам, нельзя ни солгать, ни обмануть, ни с пути свернуть. Спасибо! Спасибо! Спасибо!
кажется порою, что солдат с кровав не пришедшие поли не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. Мне кажется порой, что солдат с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда, а превратились в белых журавлей. Центральной площади Читы. Его участники далее проследуют к мемориалу боевой и трудовой славы забайкальцев. Сегодня в столице Забайкальского края будет еще немало торжественных мероприятий. А в 22 часа небо над Читой озарится расцветием праздничного салюта. Победы! Забайкалье! Днем победы! Всем славным командирам и бойцам.